Всем привет, ребята! Ну что, у нас сегодня коллекционер, у нас сегодня аккаунт моего подписчика Ильи с ником Везунчик 906. Находится он без гильдии, вот так вот. Поехали смотреть на аккаунт. Аккаунт, по сути, бездонатный. Героев надо много. Осма, Трифит, Командора, Ледяха, Рибет, Землеройка, Свалин, Махатма, Бугимен. Окей. Понял, принял. Поехали. Поехали выбивать. Поехали выбивать сразу же имбу. Имба. О, стрелок. Ну а что стрелок? Имба. Правда, он у всех уже есть. Так, ой, два раза нажал. Еще нажал. Еще нажал. Как думаете? Выбьем недостающего героя? Самое интересное. Сейчас только хоп, и 80к, и у нас никто не упадет. Капитан Дрейк меня сегодня просто троллит здесь. Дед Мороз, Фия. Снова сердцеедка. Пожалуйста, вот на тебе. Я же сказал, выбьем имбу, и выбили. Ледяной Феникс. Ну что, поздравляю. Первый недостающий и довольно-таки обалденнейший герой. Супер, поехали дальше. Let's go. 81к, знаете, это можно так ролить, еще раз ролить. Рино, ну, в принципе, неплохо. Медузка. Ой, что-то я уже подзамахался сегодня с роллингами. Пожалуйста, профессор Рибет номер 2, заклинательница, малышник, хранитель, одержимый, палач, оборотень. А где имба? Шаман. Палач, циклоп. Сноу. И пора идти на 50к просто. Просто в рейд, потому что что-то пошло после Ледяного Феникса не так, и мы не можем выбить ни одну имбу. Посмотрите, ну вот что это такое? Атлантикор. Ну, в принципе, Атлантикор имба. Поехали. Let's go. Хорош. Нормально мы так напали. Ну а чё, почти. Почти затащили. Купидон. Дин-дон Купидон. Влад Дракула. Рыцарь тьмы. Блин, ну что они хотят сказать, что мы 40к потратили и только одного этого вытащили. Два Атланта, череп, малышник или Ледяху одного. Ну как-то, ну, маловато будет. Гаргул. Друид. Просто жесть, ребят. Фия. Хотя, в принципе, вот вроде казалось бы, вот еще один Рибет. Ну куда уже столько Рибетов? Кимка. РТшка. Капитан Дрейк. Рон. Опа, Фрея. Ну не там, где надо. Блин, ну жесть какая-то. Что это делается? Я вот даже не знаю. С этими рандомами это, конечно, печаль. Интересно, сколько мы там уже собрали слизней. Хотя бы посмотреть. О, ну тут, конечно, мы затащили, мы красавчики. Посмотрите, 12-й скилл. Фрейки, Фрейка топа, у него, наверное, проблем с битвой гели нет. Триантик. Одиннадцать, 15? Практически 60к и только 11 слизней упало. Да вы чё, бахнулись вообще?
Что это за капитан Дрейк опять? Что это за фигня? Где слизни? Вот так вот должно сразу же 13-15. Еще должен быть такой заходик. Тыковка. Каргу одержимый. Ну, блин, реально, что-то вообще печально. Я тут был в предвкушении, что мы сейчас вытащим просто кучу мега-имбовых героев. И, блин, кроме одного ледяхи. Вот скажите, что за фигня, HG? Почему стрелки раньше так не падали, а падают уже после того, как его раздали? Вот это оно, командорка, отлично. Ронин. Командороня. Блин, капец. Просто жесть, ребят. Ну, командора Ледяха, я вам скажу, для любого аккаунта это очень обалденные герои, потому что можно будет и нормально фармить, и подземки проходить, и битва гильдий с его героями теперь не настолько будет сложная. О, есть! Хоть на одном аккаунте мы наконец-то выбили Свалина. Да, блин. Просто дофига самов слили 80к, ну мы хотя бы здесь его вытащили, мы вытащили Дяху его, и теперь у него в принципе три таких массовых обалденных дамагера, которые реально будут тащить. И реально тащат. Такс, окей. Let's go. Let's go, ребята. Бум-б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 ум. 80к, конечно, это вам не шуточки. Собрать. Все собрано, все. Отлично. Ну, хоть знаете, вот этих вот три героя реально спасли аккаунт. Раз. Два. Три. Ресурсов, в принципе, у него для прокачки хватает. КХшки на три героя. А есть что пооткрывать? А, у него, видите, еще священный суд есть. Ну, я не знаю, я... Посмотри, возьми, он попросил поставить кому-то. Посмотри обзоры. Я недавно сделал очень много обзоров по поводу SS-ок плюс SO. Вот это посмотри видосы и определись. Я просто не знаю, кем играешь. Я многими героями играю, тестирую, поэтому тут сложный вариант будет. Но, блин, отлично. Вот это меня радует. Так, утекание у него. Блин, сюда, конечно, бы ремочку. Было бы вообще в тему. Видите, исцеление одно. Ну. Что маемо, то маемо. Но, блин, обалденно. Три героя, конечно, хороших вытащили. Я рад. Так, а что у него там с подземками? Писал нам что-то за подземки. Так, а плюхи мы отсюда не забрали. Конечно, не забрали. Отлично, поддержка. Супер. Вот теперь будет все повеселей. Так, ну это он дозаберет. Кстати, давайте откроем. Интересно посмотреть, просто какие эмблемы нам выпадут. Ай! Как обычно.
Так, сердцеедка. Тут понятно. Самое интересное здесь, let's go. Психощит 8 ESO, вообще огонь. Супер. Я считаю, это супер мега подарок. Так, ПДшка этот. Ну, тут вариантов как бы особо. Я бы, наверное, на командору. Я не знаю. Ему виднее, что он использует Ди, а самое главное, что мы ему достали недостающих героев. Всем поздравляю. Еще забегу на подземке, посмотрю, что у него по подземкам. Кошмарка 790, значит, он не фармил. Ой, он на 6 застрял. А что, не может пройти, что ли? С такими-то героями, блин. Странно, а что, он без не всекает, что ли? Он должен просто тут выносить все на ура. Очень странно. процента плюс Фрея. Да ладно, он тут должен их просто проходить на изи. 46. Ну вот, прошли. Наверное, ленится. Ленивый, ленивый очень. В общем, вот такие вот дела, ребят. Пишите комменты, как обычно. Ставьте лайки. Все получилось у нас очень обалденно и трешово. Всем удачи. Всем пока.